случае невыполнения наших требований начнем убивать заложников и взорвем здание. Думайте быстрее, я все сказал. Террористов в студию. Собственно, злодеев к себе в гости местная телерадиокомпания, конечно, не приглашала. Пять человек, вооруженных автоматами, ворвались в студию программы «Вести Иваново». Сотрудники канала оказались в заложниках. Такова легенда командно-штабных учений «Гроза-2017», организованных оперативным штабом в Ивановской области. Преступники, угрожая журналистам убийством и взрывом здания, вышли в прямой эфир и выдвинули требования политического характера от имени запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. После непродолжительных переговоров с захватчиками силовики приняли решение о штурме с применением тяжелой техники. Силами объединенного подразделения спецназа города Иваново боевики были обезврежены, заложники освобождены. Руководитель оперативного штаба дал положительную оценку учениям. Руки на стену.